Основную работу на мешке, когда мы делаем, стараться будем делать по 3 минуты, чтобы у вас была память каждой секунды этой 3-минутки. Чтобы вы должны знать в течение раунда, в течение боя, чувствовать время. Это отрабатывается на мешке. В любом месте. Это бой с тенью, это работа на мешке, на лапах. Должны чувствовать время плюс-минус 5-10 секунд. Вы должны чувствовать каждую секунду боя. Ну, сейчас другое любимое мое. Работа на пресс. Сегодня будем делать небольшой марафон на прессе. Последний раз, по-моему, делали 12 минут, да? Ну, в любом случае, не меньше 12 минут будет. Я думаю, попробуем лет минут 14-15 сделать. Жестко? Суть работы заключается в том, что ты поднимаешь ноги и 15 минут не опускаешь их на пол совсем. Подняли ноги. Терпим. Ребята справляются со своей задачей. Они перебарывают свою «не могу», свое «не хочу». И это самое главное, самый главный урок, который могут пройти во время тренировки. Ну что, как самочувствие? Мне так нравится, когда плохо во время тренировки людям. Фундамент выхода на ринге, когда ты выходишь на ринг и знаешь, что эту работу там я уже сделал. Если я смог перетерпеть здесь, то и в бою тоже перетерплю.